Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. И смотрите, что я еще обнаружила, какой красивый летний узор, девчонки. Очередной шедевр, по моему мнению. Совершенно простой, изнанку показываю. Вот изнанка. Тоже может быть, в принципе, как основное полотно. Ну и с лица, конечно, вот такая вот красивая сеточка для тунички, топика летнего, прекрасно. Кардиганчик летний. И вяжется тоже очень просто. Итак, число петель у нас должно быть кратно 2. Я набрала 8. 2 кромочные, и в работе у меня будут 6 петель. Первые два ряда, вот в прошлый раз тоже так сказала, оказывается, непонятно. Девушка там писала, что не поняла, как так. 6 рядов, вы говорите 4. Вот первые два ряда, которые я вяжу, вот лицевой, когда для начала, как бы, они в узор не входят. Подразумевается, что здесь либо резинка, либо какая-то другое, ну, оформление низа. То есть это не узор, вот эти первые два ряда. То же самое было и в том узоре, я думаю, понятно, но почему-то девушка не поняла. Итак, первый ряд. Значит, первые две петли. Вводим спицу между второй и третьей петлей. И отсюда вытаскиваем как бы дополнительную одну петлю. Таким вот образом. Далее делаем накид. И провязываем вот эти вот две петли. То есть у нас на спицах образовалось 2 дополнительные и 2 основные. Теперь подхватываем эти дополнительные и через них продеваем эти две петли нашего вязания. То есть эти две дополнительные обвили наше вязание. Далее снова то же самое между второй и третьей. Дополнительная петля, накид, и провязываем петли. Снова у нас лицевой провязываем петли. Снова у нас образовалось 4 петли. Первые 2 из них мы вот так вот одеваем на следующие 2. Вот видите, вот так вот эти петельки обвивают каждую пару петель. И последняя двоечка. И переодела. Все. Так, первый ряд, второй ряд изнаночный. Если в круговую, то лицевой ряд. Так, третий ряд мы делаем то же самое, только вот эти вот обвития располагаем в шахматном порядке. Итак, первую петлю мы просто провязываем, а следующие 2 вывязываем наш узор. Если в круговую, то мы ее провязываем, потом идем по кругу, узор у нас немножко будет смещен. Потом последний, первую петлю провязываем лицевой и начинаем делать узор. То есть то же самое, что мы делали в первом ряду, но только подбегаем на одну петлю. Переодеваем. И в конце у нас вторая лицевая. Это те, которые у нас образовывали третье как бы обвитие. Сейчас они у нас разделились. А если это в круговую, то сейчас оно как раз и соединилось у вас. Так, и четвертый ряд изнаночные петли. И начинаем далее с первого ряда. То есть всего 2 ряда узорчик. Вот, вот такие вот обвития, видите. И с каждой пряжи он получается, смотрится по-другому. Не знаю, как это, как бы, ну да, в любом случае, вот пробуйте, девчонки. Из махера будет нежно, очень красиво, вот. Кстати, я задумалась о том, чтобы паутинку связать именно этим узором.
не знаю, еще попробую, ну, там, саму пряжу, а там посмотрим. Ну, из этих вот ниточек вот так вот у меня получилось. Думаю, вам понравится очередной красивый летний узор. Все, а на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.